что касается волонтеров. Значит, все волонтеры, которые приходили, по крайней мере, вот ко мне с Игорем Геннадьевичем, мы с ними отрабатываем ситуацию, им нужно помещение, мы посмотрели несколько помещений, им не подходит, будем двигаться дальше. Есть еще один волонтер, который проектировал строительство, потом немножко заморозил. Не знаю, как у него сейчас дело идет, но, по крайней мере, все волонтеры, которые ко мне обращались, получали поддержку необходимую.